Привет, друзья! Вы на спортивном канале Play Sport. И я для вас подготовила разбор интересного внутреннего чемпионата, проходившего в Бразилии в 2023 году. Обсудим такую спортсменку, как Элоя Камело. Ну что, поехали! Элоя Камело, еще одна представительница Бразилии, будет бороться на этом чемпионате. Начинает она с легкого прыжка по коэффициенту сложности 2,7 и выполняет задние стойки 1,5 оборота вперед в положение группировка. Как-то не получается у нее отскок, не сгруппировалась она очень хорошо. Плохо был у нее просто вход в воду, образовала огромное количество брызг, она их не погасила. Грязно выполнила этот элемент. Конечно, низкие баллы выставили ей судьи, всего 35,10. Как-то волнительно выглядит сейчас Камело. Ей нужно сейчас выполнить задние стойки 2 оборота назад в положении «Сложившись». Так, сложить у нее совсем не получается. Видим, что складка у нее очень плохая. Не получилось, к сожалению, выполнить элемент у нее чисто. Хотя при входе в воду, вот вход в воду у нее был довольно неплохой. И оборотики прокрутила. Выставляет ей судья за этот прыжок чуть выше баллы, чем за прошлый. 39,60. Коэффициент сложности этого прыжка у нее 2,4. Как видим, не может она выполнять высокие коэффициенты, там 3,3 выше. Нужно выполнить задние стойки. Сейчас ей 1,5 винта назад. Ну, неплохо. Молодчина собралась, показала неплохую свою программу, и винты у нее были хорошие. И, как видим, по оценкам выставили ей судьи 40,80. С чем мы ее и поздравляем. Ну, а если вам понравилось мое видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. И всем пока!